Здравствуйте! Сегодня на море шторм. Сильнейшее боковое течение. И вы видите, что все равно все люди лезут в море. Почему? Узнаете в конце видеосюжета. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в GMT, город-курорт Анапа, на календаре 23.07.2022 год. Мы находимся в районе первого проезда. И сегодня предлагаем посмотреть, что тут сделали цели с пещерой, какие цены на новом переработанном танцполе. Хотят здесь больше тех похоже на столовую. Ну и вообще, что при работает GMT, и сходим на пляж, посмотрим, как там. Уже сегодня было купание запрещено, посмотрим, как сейчас. На все столовые уже делал обзор в этом году, осталось только вот это Элис пещера. Что тут интересного, глянем. Есть салатики, все за стеклом, можно увидеть, что продается. Выглядит красиво оно. Борщик кубанский с мясом 120 рублей, каша цена мандаритна 860, борщик мясо 90 рублей. Кубан по-лобецки 250, суп лапша 90, суп хорошо 150, а крошка металлский кефир 800 рублей. Здесь можем увидеть такие блюда. Есть и цены на них. Смотрим. Окорочок жареный 80, котлеты свино-говяжьи 90, курица сливочная 110, гуляш говядина 140 рублей. Рулет скумбрия 120 рублей за 100 грамм, голубцы 95 рублей, кюштык 150, манты говядина 180, плов говядина 200, наггетсы 75, тефире 80, сосиски отварные жареные 40, с луком 110, мясо фруктовки 180, дыная куриная 130 рублей. Вот разнообразная пицца предлагает, гарниры. Дошли картофельное пюре 75, картофель по-деревенски 65, картофель фри 60, помидоры 60, макароны 50, рис 55, гречка 65, овощная рагу 150 рублей. Ну вот все остальные блюда, которые мы с вами зачитали. Зал, посмотрите, как переформатировали, сделали барную стоечку, выглядит довольно-таки прикольно. Люди вот сидят и едят. Вот такой вот обзорчик на кафе Элис Пещера. Думаю, будет интересно, что просили, что там получилось. Вот дальше Клим и разнообразные другие заведения работают. Так что, ребята, все функционирует, все для вас. Ну, а мы отправляемся с вами сейчас на пляж. Посмотрим, что там у нас есть интересного по пути. Посетим все остальные места. Люди в GMT есть. Вот можете увидеть, сколько переходит дорогу по пешеходному. Справа Пятерочка есть. Так что дальше у нас Магнит, Фанагория, МТС работает. Плиточку проложить, администрации плат не было, ребят, потому что народные тропы надо укладывать. Хочу отметить, что на сквер GMT высадили цветы. У нас всех деревья здесь есть. И вообще никаких претензий. Единственное, не хватает мусорок и скамеек. Но там они стоят, видите, мусорки и скамейки. Но мусорки какие-то вот не очень красивые, я так сказал. А здесь скверов там нету. Ну, деревья вырастут. Я думаю, что здесь будет прям очень красиво. Причем все платаны прижились. Класс. Вот это, конечно, мусорка. Не хотел акцентировать, но хочу показать. В этом году у нас просто жесткий мусорный коллапс. Причем везде вот с этими контейнерами. Это, ребят, не выход. Курортный город. Сезон не тянет. Это провал называется. Представляете, вы едете по Пионерскому проспекту, а здесь на дороге просто свалка. Говорят, что у нас люди попадают под колеса. В общем, мы с детьми пошли, без детей. В общем, пешеходные переходы у нас для слабых людей. Все, мы дождались зелененького и пошли на ту сторону, друзья мои. Наверное, все на пляже, мне кажется, потому что людей сейчас, честно, здесь маловастенько. С левой стороны медийная ферма. Вот там есть, где был раньше тандерхаус. Очень вкусно. Можете прийти попробовать. Музычка тут у парня навороженная такая прям зубористая играет. Сливы вижу 100 рублей, яблочки 80, груша 120, 140. Армянские сливы очень вкусные. Лоточки 250, 300 рублей. Это тутовник. Угу. И 50, 100, 100 рублей. Отлично. Армянский абрикос 130. Маленький нектарин. Вот это 140. Груша 200 рублей. Вот эти сливы 150. Черешня 300 рублей килограмм. Персик 120, 150. Кишмиш 180. Плющеный персик 230. Вот этот большой нектарин 160. Огурцы. Огурчики 60, помидорики по 100. Вот эти маленькие 180. Вишня почем? Вишня у нас 180. Инжир? Инжир 350 миллиграмм. Картошка 40, мелкая, крупная 50. А помидорки? 100. Спасибо большое, хорошая работа. Чучхели почем? 50 и 150 большие. Спасибо. А кукуруза? Кукуруза 30. Если что, уступка? Если больше будут 5, по 50 можно. Отлично. Все, хорошей вам работы. Да, пока. Да. Дружелюбные у нас тут продавцы. Все расскажут и покажут. Молодцы. Подписчики не жаловались. Это самое главное. Разнообразные сувенирчики работают по столам. Честно, в этом году я сделал на все столовые отдельный обзор. Можете смотреть на канале, в том числе и по GMT. Здравствуйте. Хорошая работа. Кто за нас тут узнает, это приятно. GMT люди кишат. Машин, кстати, нет ни одной. Походу, вывозят, наверное, тех, кто оставляет.
их без присмотра. И мы идем дальше глядеть всякие разные милкшейки, шаурма 180, курица гриль за 400, блюда продают, свинина, шпажка, допустим, 90, курица на шпажке 80, курина филе 100 грамм 80, пирожки на углях 200 рублей и шаурма на углях 200 рублей, или кебаб из говядины 250 рублей. Свинина мякоть 100 рублей 100 грамм, вырезка 100 рублей 100 грамм. Торговые точки наполнились какими-нибудь покупателями, и люди от этого счастливы. Это улица Песчаная, друзья, влево-вправо, все заставлено машинами. У нас в этом году, на самом деле, транспортный коллапс из-за того, что они летают самолеты, многие поехали на отдых к нам на автотранспорте. Мы проходим столовую B52, в этом году мы ее тоже снимали, показывали. Можете увидеть, люди сидят и едят. Интересно, как там будет на юбилейном тупике. Сейчас сами это увидим все воочию. Но пока можно увидеть, что людей двигается с пляжа на пляж очень много. Здравствуйте, как отдыхается? Это самое главное. Привет. Привет. Как там на море, были сегодня? Сегодня нету, пока идем. Будьте аккуратны, да. Но тем более с кругами не надо. Хорошего отдыха. Подышать морским воздухом можно всегда. Тут резко поднялся ветер. Друзья, вот именно из-за таких моментов и ставятся запреты. Потому что, не дай бог, порывы западные. Он очень суровый ветерок. И может быть прям печально. Ромео кафе. Проходим в столовую. Тоже ребята на мангале. И столовая тоже есть на обзоре. Это столовая база отдыха здоровья. После восстановления подняли уровень, чтобы больше их не топило. И вот видите, лужи есть. То есть, ну, ливень, который был здесь, в общем, ничего критичного не принес. Так что в этом году у нас тут все хорошо, я на это надеюсь. Но у нас в любом случае, так как не было дождей, то с погодой все отлично. С правой стороны самые общительные продавцы. Сейчас пойдем найдем мужиков, оделись или интересно или нет. А что вы уже в майках? Как он? Не ожидал. Все, ребята, он оделся специально для вас, чтобы показать, что майки у него есть. На майку заработал. Спасибо всем, кто пришел фрукты овощи покупать. Итак, поехали. Клубника. 250. Это лоток. Да. Ежевика. Также 250. Малина. Малина тоже. 200. Голубика. Рублей на 400 будет. Вот такой, понял. Инжир. 208. Черешня. 300. Персики. Паспорт 120. Яблочки. Яблоки 80, груши 200, помидоры по 80, огурцы 60, картошка 35, виноград по 160, нектарин 170, 150, абрикосы, слива 80 рублей, нектарин 120, 120, арбуз 35. Угу. Так, эти дринки по 100, абрикосы вместе 120, ягоды по 70. Синенькие кабачки. Они уже подешевели, по 70, по 30. 70, капуста 45, морковка 60, 30, 160. И арбузы? 35. Это тоже Милания, да? Да, это очень вкусно. Ага. Дыня? Да, торпеда 65. То есть арбуз уже по 35, уже дешевле можно будет. Все, спасибо большое. Спасибо за то, что оделся. Я уже одет и смело можно. Это огонь. Спасибо. Всякие вкусняшки продают к пиву и пиво. Допустим, 0,5 70, литр 140, майкопская, баварская 60, 120 и карачаевская 60 и 120 литр. То самое проблемное место тут уже было, видите, тут совсем немножечко воды. В этом году GMT, в принципе, очень сильно радует нас. Здесь просто огромное количество разнообразной выпечки. Массаж и фиш-спа предлагают вам, друзья. О, меховые купальники, если вдруг вам холодно на море. Мы добрались до юбилейного тупика. О, шокбаум появился. Слушайте, так решили избавляться, что ли, от воды, перекрыли въезд туда совсем. Здесь тоже он пив-бар, вкусная столовая полянка. В этом году делали обзор по ценам. Юбилейная столовая мы делали обзор по ценам. То есть у нас, в принципе, все на обзоре уже было. Кстати, выложу столовую из Крыма, сравните с нашими ценами. Могу, забегая вперед, сказать, что я в Крыму был доволен. С ценами все там хорошо. В этом году сезон такой прям классный. Выходим к пляжу. Печка в лавочке, пиццерия, столовая с левой стороны. А здесь мы по новому проходу пройдемся на море с вами. Магнат продукты. С правой стороны есть место, где посидеть. Наконец я нашел своего друга. Он тут ребятам делает мохито. Это на входе как раз таки на пляжик. С правой стороны на баре работает. Приглашает вас всех попить самого лучшего коктейля, да? И вкусного. Это самое главное. А настроение где? Ты должен с улыбкой делать коктейль. Слушай. Да, но я устал. Самый вкусный делаю. Слушайте, ветер мне прям не нравится. Очень сильно запад пошел. Самый опасный, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как звать? Здравствуйте. Сергей. И? Сергей, Светлана. Откуда?
Краснодара, мы здесь. О, вы местные у нас. Время смотрим вас. Ну, купались сегодня, нет? Ну, не, запрещено, мы не запрещено? Рискнули лезть. Да. Дышим. Некогда. Отлично. Да. А почему остановились, Джимате? Ой, мы остановились на Виноградной 3А. У Яны Александровны, мы уже второй год к ней ездим. Цена? Там бассейн крытый с подогревом. В общем, мы шестиместный номер снимаем по 5700. 5700. За весь, на 6 человек. Вы довольны? Отлично. Довольно, второй год с ней ездим, довольны, у нее и столовочка, и детская площадка, и бассейн подогрев, и крытый, вот любую погоду. Шикарно. Ребят, вам хорошо. Так, на проходе можно отметить, что чисто, есть мусорки, он вам тут тату нарисует, косички сделают. Всегда уточняйте конечную стоимость и лучше заранее расплатитесь, чем потом будете жалеть о содеянном. Всегда советую ко всем услугам, которые вы делаете у нас в Анапе. Может даже фотографироваться где-то решились, чтобы потом не оказалось по-другому. Есть камера хранения, час 50 рублей. День 150 рублей можно воспользоваться, это тоже хорошо. Есть навес, вот меня бесит вот этот забор, который появился на пляже, я против них. Всем объяснил свою позицию, 300 рублей стоимость лежака под навесом, и 300 рублей также стоят лежаки, если вы их берете вот здесь под зонтиками. Ух, ё, вот это у нас запрет на купание работает в полной мере, друзья мои. Вот тут выходит, что такие вот девушки красивые загорают, прям никуда ходить не надо, да, секс-шоп, вот зачем, он говорит, стриптиз устраивает, приходишь на пляж, а здесь и так все есть. Ёк-макарёк. Вот это охренеть просто, сколько народу приехало на отдых. Лежаков немного, вот я сравниваю с пляжем в Крыму, ну вот вам говорю, что походу все в Анапе. Вот вы сами все видите, я думаю, тут лишнего ничего нет. Очень сильно боковое течение, висят красные флаги, но, к большому сожалению, все люди вот там далеко в море. Очень плохо, что так, конечно, происходит, жалко, что люди себя не берегут. Ну вот здесь, да, допустим, заводь, тут только боковое сильное течение. Можете увидеть, как сильно сносит поплавочки, он мужчина с ребенком плавает. Но туда те, кто лезут дальше на волны, они, конечно, прям зря это делают. Ну, как говорится, кто мы такие? Наше дело предупредить, температура воздуха 28,3. И сейчас мы узнаем температуру водички. Но сначала вверх, друзья мои. Thank you.
А знаете, почему все так сильно лезут в воду? Потому что температура воды 25,2. Это очень теплая, классная температура водички. В общем, всем привет, ваши города. Надеюсь, что было интересно посмотреть. И приезжайте, отдыхайте, ребят. Но берегите себя. Не надо рисковать вот так далеко. Заходить в волны, они заманивают. Как еще сажусь, еще немножечко, еще чуть-чуть. И будет еще лучше на отдыхе. Но получается, что море ошибок не прощает. И вас может куда-нибудь утянуть. С вами был Юрий Азаровский. Увидимся с вами в следующих видеосюжетах. Я надеюсь, что вам понравится. И будет у нас, если приедете, просто здоровски на отдыхе. Посмотрите, сколько детей, взрослых. Но температура воды прям порадовала 25,3. Это прям очень круто. Мои дорогие друзья, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Мы вас всех очень ждем. Места, кстати, если пройти туда влево, на пляже тоже будут. Сейчас, я думаю, сверху вы это все увидели. Ну а так, шторм, GMT, круто.